Так, ну что, вы выбрали? Слушайте, мы сыроеды, так что... Че, реально, один сыр едите без хлеба? Нет, мы едим только сырую пищу. Это вы зря, она ж плесневее. Сырую, в смысле, мы едим еду, которая не была подвержена термической или другой обработке. Это наши принципы. Ну, имеете право. Кстати, когда в сортир пойдете, бумагой пользуйтесь, не лопухами. Зато мы отлично выглядим. Отлично от кого? От нормальных людей? Давайте вы нам просто что-нибудь посоветуете. К врачу сходите. А из еды, ну, я не знаю, у нас такое все готовое. А вам, сектантам, ваш священный помидор запрещает это есть. Да хватит нам хамить! Мы ваши клиенты, и делайте, как мы хотим. Простите. Сейчас будет вам сырая еда. Вот, пожалуйста. И сырое. И без термической обработки. Да. Приятного аппетита.